Сочи парк отеля. Вот ее основная ось, речка. Вдоль нее груза, основные кафе, множество цветов, магнолии, кипарисы, сосны, розы цветущие. А в речке рыба, карпы, черепахи. Вот цветущий юг перед нами. Сочи парк отель. Вот такие прекрасные розы, бархатные. Ой, какая красота. В речке будут такие карпы, такое количество рыб в речке. Громадные. Разных цветов, серебристые, белые, желтые, красные, пятнистые. Завораживающее зрелище. Даже беловатый. Это Адлер. Сочи Адлер. Окруженный горами, с другой стороны море. Новые кварталы Сириус, Гамма Сириус. Это целый громадный квартал в одном стиле. Зеленые островки. Рукотворные, конечно, деревья здесь культурные, разнообразные, пруд. Все очень красиво, очень красиво. Набережная в Адлере, вот такие виллы нового типа. А рестораны Новикова тоже поражают воображение. Вот на самой набережной. Ноябрь месяц. Адлер. Пляжи Рэдисон отеля. Высокий стандарт. И в эту сторону.
А это мимоза, самый настоящий мимоза. Громадное дерево, которое скоро зацветет. Мимоза. На одной из улиц Адлера, улица Попова. Вот какая красота. Кафе кондитерская Малина. Очень хороший ассортимент. Кофе многих сортов. Десерты европейского уровня. Это мой корпус. Четвертый. Речка. Здесь водятся рыбы. Плавают утки, черепахи.